Suicide Squad! Attack! Bang! Привет, друзья, и надеюсь, вы заметили, я сегодня стал четче. Более четкий парень, чем был раньше. Купил свет, поставил. Надеюсь, теперь вам приятнее будет смотреть. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, заметна ли разница. А что нас сегодня ждет? Сегодня ждет Mid-Tages. Я уже говорил неоднократно, что после того, как запретили водить крипов, мне на Tages и медовом играть стало дискомфортно, потому что я на меду никогда не стоял, именно чтобы как микроконтроль, вот эти все динаи, лосхиты, агры и так далее. Я практиковался этому всему на смурфе 5К, и теперь решил протестить, каково же это все-таки на моей основе. Так что давайте посмотрим, чему я успел научиться. Ну что, ребята, поехали. Tages не забанился. У-хо-хо-хо-хо. Финиш вам, ребята. Please speak initiation. Хотя у нас есть Рубик и Джакира, типа... Могут ли они сами начать файт? Active Heroes, please. Вот так давайте. Ten seconds remaining. Баланар. Ну, пойдет. Five seconds remaining. Баланар пойдет. Так. Баланар и Рики. Там один пикнул, второй нет. Мне нравится, что у нас нового контроля. Через Баланара можно будет драться хорошо в лейте. Ничего себе, у меня винрейт с Баланаром в моей команде. Это вообще нормальная тема. Погнали. Так. Сюда. И вот так. Конечно, за свет не очень приятно. Но я думаю, мы справимся. Pull me, please. Да шо ж вы там так лагаете на этапе пика персонажей? Вот сикер. Я уже думал, он дисконнектится. Но должно быть прикольно, мне кажется. Должно быть прикольно, я думаю. Так. Так. Типа, мне приятно. Чё, герой приятный, пушить особо некому. Там вообще кажется, что тройка Enchantress. Да, если это не Клинкс, то у них вообще тавр дэмэджа особо нету. Такого, чтобы безопасно наваливать против Тейджеса. По идее, мне против БС должно реально быть хорошо. Возможно, буду максить бласт, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим. Двойной рейтинг, но не афишеру. Почему? Поехали. Так. На автомате иду куда-то уже туда. Мне не надо. Этого я не хочу. Сюда и сюда. И, наверное, две фласки. Да? Как обычно, можно три сделать даже. Поехали. Это инча 5. Получается, что это Клинкс 3, скорее всего. Либо Клинкс Мидл. БС фарм. Да, БС фарм. Получается, Клинкс против меня в миду стоит. Клинкс такой относительный персонаж. Не, да, не знаю, буду ли я максить бласт против него. Все-таки слишком однобокий вариант. Ага, это Midwood Spirit. С диссимилейдом. Но по идее на линии его никто не берет обычно. Посмотрим, конечно, как будет происходить. Это Клинкс 3, да. Measurements made. Bombs built. Water's dry. Okay.
На первом уровне точно берем бласт. Он на воде, по идее, должен не особо сильно подблачивать, потому что он... Вы видели, да, где был только что? Ну да, я блок подзапорол, но... Сильно плохо не получилось все равно. И ведь реально динайл, посмотрите-ка на него. С этими переложениями действительно запорол. Класс хит себе. Оп. Ну, у него третий. И наверняка первый. Ну, как он может без него играть, правильно? Что он там, все фласку принес? Да, у него еще фарик есть. Это еще что такое? Что за цирковые номера он тут показывает? Смотрите, у него замакшен... Не замакшен, а вкачан второй, я поэтому буду ради пассивнее. И просто буду качаться максимально под ним. И все. Так. Можно на будущее сюда поставить. Хотел блочить, но не удалось. Из-за того, что долго думал, куда втыкать. Он со своей стороны подблочил. Промазал по мне. Забайтил. Да... Пофиг мне на твои эти самые кочегарини. Так. Стакнулось, это приятно. Ману у типа заканчивается, ну, тоже пойдет. Ух ты, какой трюкач, ловкач. Плюс варник для меня. Ботл он себе припёр, притаранил. Ну давай, давай. Инвиз руна, окей. Смешно. Он когда шестой получит, он будет очень агрессивно играть. Мне надо к этому моменту подготовиться и минок наставить. Смешно. Опс остался и все на этом. Жатва смерти.
Void Spirit coming top invis. Void Spirit coming top invis. Void Spirit top invis. Back. Ах. Я, получается, пережадничал. Да, все-таки? Таки получается, да. Он здесь вард поставил, кстати. Поставил здесь вижу. Ну, ничего страшного. Я почему-то был уверен, что он пойдет гангать. Хотя, если я предупредил, логично, что мои ребята спрячутся, и ему как раз таки нечего будет гангать. Резонно. Контрол дрон ботом. Ботом. А, нормально. Leave me experience, plus. Radiant's courier was caught in the crossfire. Easy ward. Easy creepy. Куда-то пошел что-то там искать. Я вижу, что в комментариях мнения делятся. То есть, да, кто-то хочет ролики покороче, кто-то хочет ролики подлиннее. Отпишитесь, пожалуйста, еще разок, все те, кто отписывался по тому или по иному поводу, как вам лучше, чтобы это был full геймплей, чтобы было видно что, как, почему, с объяснениями, либо чтобы это было коротко и яркий момент сам. Ну, я считаю, что иллюзии потрачены в молоко, откровенно говоря. Так, сверху я подстрахован. I don't need help middle. I'm okay middle. All I need is experience. Clinks here. Найс. Nice. Не зря он на робике здесь стоял, получается. Молодец. Сентри раз нашел. Это сентри рубика, да, по-моему? Да. Я умираю, но я получаю свое. Хорошо. В топе, так понимаю, мы задоминировали сильно. Сентри есть у него. И он ее поставил прямо тут. Can we kill him? I'm gonna start, I'm gonna start. Nice. Супер. Ирон регенно подобрал молодой человек на рубике. Я здесь жду Void Spirit. It's okay, it's okay. You can take experience from away. This works. Let's go. Your middle tower is under attack. Я хочу его встречать. Он продолжает закупать сентри в промышленных объемах. Отлично. Не очень отлично. Здесь центри нет, поэтому проскочил. Как же важно носить фласки все-таки.
Oh, I'd love arcane ring if possible. Минус молодой. Хотя здесь надо было взорвать только одну, на самом деле, он бы умирал. Это неэффективный плей. Сентрю пришел на Enchantress. Они ставят Сентрю стабильно в мид. Типа, именно туда. Зачем? Оу. Это очень неприятный момент был. Ничего себе, где он успел поставить Vision на Void Spirit. Однако, здравствуйте. Рубик смока прожал. Инча решил упороться в меня. Получается так. Give up bottom. I'm pushing middle. Night Stalker pushing top. Даже ничья в боте, типа крип сейчас умрет, если уже не умер. Где они там остались? Даже здесь центру поставили. Не, надо продавливать дальше по миду. Отлично. И он умирает. И не стал это забирать, то есть равно экспы не будет. Какая разница? Очень хорошо. Очень хорошо получилось. Так, это берем. Вышка здесь давится. Что там по диффузам или кича? Все спокойно. Это было забавно. Дабл килл, как бы, да. Есть такое у нас. Так, это сюда. Не хочу там с этим взаимодействовать, на самом деле. Разваливаем понемножку. Не, мид-тэчс нормально. Мид-тэчс нормально, пойдет, играть можно. Если он проверил, он трекера вижен, правильно? Да. Хотелось бы дофармить себе огонь, на самом деле. Ага. Ну или не прям сейчас, чуть позже, например. Сюда, сюда, сюда. Мы отличились.
Это мы зафармим. Если я готов героя принимать. Не, немного еще постою вот тут на меду. Мне ж прям реально капелька догоним. Подсвечу руны. БС тут бегает. Варда здесь нету, что интересно. Ведь он разогнанный какой-то. Он сейчас должен вправо пойти и дернуться. Или бояться. Нереально бояться. Фух. Было близко, на самом деле. Ох уж этот инвизер. Постоянно форсит меня, получается, да с собой кларетки носить. А я-то хочу огонь. Я не хочу вот это вот все. Ну, здесь героя. Вот как приятно, да, быть такого уровня, потому что ты просто, как бы, 4 минки поставил ультовые на красную, и ты уже любой таргет абсолютно убиваешь на карте. Это еще без огонима. С огонимом еще меньше будет. Одна мина красная, одна мина зеленая, если что. Мне на нее хватило. Тут вынесли немножко. Теперь чуть с этого боку поставим. Хотел бы какую-нибудь шмоточку уронить здесь. Кстати, а я себе ничего не взял, потому что ничего нету. Ну вот, теперь взял. Энчантрес сюда бежит. Барошка. Не понял. Что, меня видно было, что ли? Или как это называется? Все, это хватит на всех, тут хватит на всех, тут хватит на всех. Теперь можно расширять ореол своего присутствия. Да что за крип? А где фармят их кор герои? Что, они даже сюда не приближаются? Какие-то уж они слишком зашуганные, ребята, вы чего? Я же не этого добивался. Здесь окей. Здесь можно треугольник построить, кстати. О! Нет, не пошел. Ну, а какой-то совсем уж релакс контент на самом деле. Подаешь? Юл есть? Нет. Так. I'll take region button. О, он ТП дал оттуда. А, отлично. Мне больше ничего не надо, я его прогнал. Риенку берем. Помним, что мины здесь есть. Забираем персонажа. Отыгрываем здесь на перспективу. Парни любят сплитпушить, что с них взять? Пусть любят. Вместе со мной. Собираем понемножечку баунти руны.
Слегка стрейфимся сюда каждый раз. Могу помочь немного. Урона там миллион на самом деле. Не помогло. Теперь они играют с бота. Но мне как бы все равно. Я сейчас и на бот перемещусь. Watch your step, guys. Неведомый бустер на Тэчисе ворвался на американские просторы на медовом Техасе. Вот это я понимаю. Вот это неожиданный исход событий. Какой-то я огромный на самом деле. Эссенс ринг я бы хотел. А у него орчит. Оркид, оркид. Когда Рошан сможет забрать, наверное? Мы пока не можем, я думаю. Вот спирит от меня наверх убежал. Но я-то сверху уже в этот раз подготовился, если он далеко пойдет спритить. Ну, сейчас вообще убивать должны, мне кажется. Ну, кого-то здесь, кто на помощь будет бежать. Никто, слишком быстро убили. Наоборот, оттуда разбегаются. Ну я 6, наверное, поставлю. Я же не какой-то там супер-пупер уверенный в себе молодой человек. Вдруг не хватит, правильно? От парня на бейсе я всегда уйду на ТП-хе. У него явно ничего даже близко нету, чтобы меня как-то ловить. О! Ты хочешь там играть, а не здесь? Ну давай. Ну, какая-то курица здесь шальная летела, нет? Казалось? Нет, только инчат разгоняет. Ух ты! Ух ты какая. Так, продали, купили. Они играют на супер маленьком отрезке карты. Меня это устраивает. Файт намечается. Причем в самом делешний. Так, нас даже размотали тут, я смотрю. Ё-моё. Лучше просто тиканул. Это слишком опасно, чтобы в этом участвовать. Велик шанс умереть и ничего не получить взамен. И нельзя стрик отдавать, на мне большая ответственность. Ладно. Наверное, давайте подтолкнем команду к завершению. Пойдем Рошана подготовим. I'm going to prepare Rosh and in 1 minute we go for it. Вот Сигер сейчас убью здесь. We can start Russian. Go Russian. Mine's here, mine's here. Can you run here? Here? No, mine. Беру баунти ближайшего противника. Guys, we should take Russian. When Nightstalker respawns, okay? We just go all together. Да,
Так, и сюда. The cap ops here, don't forget. Ко мне? Не, вроде поформить. А, меня ловил. Упархиваем отсюда. Не знаю, правда, где у них вижен. Let's just go Russian. If we stay in Rushpit, there is no chance they can kill us. I have a lot of mines here. But we need Ricky. Ricky needs to come. Can you TP? Okay. На табличку поставить, вдруг тебе команда умрет. Я как бы готов ко всему, скажем так. Готов ко всему. Молодцы, закинули Рошана. В принципе, довольно успешно. You can fight on mines, you can fight on mines. Здорово. Неужто они могут там и умереть еще сейчас? Вот, сикер. Мне отсюда добраться и тут пару минут поставить на самом деле. Ну, просто там вижу, везде тяжело, поэтому. They have sentry here, over everywhere. Be careful. Aegis есть. Какой-то гем там пора уже приобретать, мне кажется. Вы понимаете, где... Что вообще происходит-то? Почему он на реке влетает в 10 человек, когда все погибли уже? We should fight more systematically, I believe. When we respawn, we will go for bottom tier. Tier 2, okay? I'll prepare it for us. На бейсе не хочешь зайти? Не стрёмно. Он хочет очень сильно отпушить. А потом придет сюда. Двигаемся потихонечку. Движение мин. В принципе, а не чарм. Можно убрать. Сыграть первый пока что. Миресочка. Не, мин он не видит, это хорошо. Что собираешь? Айон диск. Let's go bottom. Come bottom, guys.
We need to take objectives, or we are gonna struggle this game. Ты кучу все время, что он бьет, типа этот. Come to me, guys, come to me. По-моему, айон диск тут пропнулся, да, пропнулся. Just get the objective. Keep going, keep going. Go around, go, go. I have sign. Just stay on sign, okay? I'm gonna put mines here. Oh, I don't have sign, whatever, but just stay on mines. Куда-то его не туда отнесло, на самом деле. Ветер перемен отнес не туда. Эгис? Нет, Эгиса нету. Ну чё ж ты так, ты же подошел. Какой-то ты неловкий на Блудсикере. Опа! Под вардом был. My bad. Ошибочка вышла. Айон Оркид. Некра 2 на Enchantress. We not respawn, we just go next tier 2, I believe. We are still very fight. They very strong, they bought back on Bloodseeker. Дезолятор, двойной урон. Да, ну ладно, типа слоты мне нормальные выпали, я сейчас буду через движение мин, значит, разруливать момент. И правда кулдаун. Try to not die, okay? Don't overextend defending it, wait for everybody. We have repair kit, repair kit, repair kit, fast. Fast repair kit on the tower. Repair kit, guys, hello? Your middle tower has fallen. Они что, АФК? Guys, what's your problem? Мы просто так отдали сторону? Нереально. Everyone muted me? Че проблема с АПР-китом, вы поняли? Я не понял. Честно, не понял. Бейс все так и не подошел. Слушайте, игра-то будет сложная. Она фармит на Некро 3. Я слишком плотный для таких историй, друг. No buy on blinks. We just go straight middle. Значит, это не наш.
чё такой смелый-то там? Здесь дополню. О, oh, that's nice. Can you give it to me? Никто меня не замутил, но почему они не брали Repair Kit, я просто не представляю. Но, вы можете видеть middle? Yeah, bot on mid, same thing. Не наумирайте там, а. Objectives, objectives, we're here for objectives, not for kills. You don't have two heroes, you can just capture everything. Кого я форснул вообще? Что происходит? Где твоя мана? Почему он кинул мне импетус без импетуса? Bottom, bottom Rexus, bottom Rexus. Ну, вроде все нормально. Пойду на базу. Если кого-нибудь заберу. Вы спирта, правда, Айон, по-моему, не в кулдауне, на чем бы умер. А-а-а. Понял, но бывает. А вот теперь Айон куда? Айон куда? Так. Все еще я готов принять кого-то здесь, в теории. I guess we just go Russian. А-а-а, что-то. Just go Russian, chill. We can throw it very fast. We don't know how to use repair kit, so we should be careful. Go take rush. Там мы что-то захватили. And get tier 4 items, then go. No rush. Где тир 4 атом это? Фарм? Це фарм. О, это наш. Красиво. Парень-то без боя остался. Затерроризили. На плюс 60, так сказать. Да хватит меня отжирать-то, противник. Оу. Best meet ever. Спасибо. Спасибо. А, это он не мне. Не, ну получилось реально круто, ребят, согласитесь. Получилось действительно неплохо. Ну, получается, я на основе готов ходить в мид, по сути. Типа, да, можно было чуть посильнее отстоять. Я согласен. Но... В целом-то импактненько получилось. All played? Ну, конечно, меня жестко триггернуло с того, что они Repair Kit не используют. Мы реально просто отдали сторону, мы так могли игру проиграть, не знаю. Будь у них чуть больше Tower Damage, они пошли бы там в трон, допустим. Плюс-минус, 15 секунд все бы решили. Ах, успели. Ну что,
Интересно. Интересно. Все работает. Осталось только, чтобы Тэчиса не убили в патче героев. И будем ехать дальше. Так, за мной не видно, но это серийный убийца. 14 убийств. Бесшумный убийца. Убийство из волны 4. И палач по призванию 19 фрагов. Уйдет. Ну и, конечно, приятный плюс 60. Конечно, приятный плюс 60. Что тут? 5 White Spirit, 4 Клинкза, 3 Blood Seeker. Да, в принципе, всех поубивал. По графикам, если посмотреть... На старте довольно ровно, и вот здесь сильно нас прошибли, когда нам ломали в Ираке, и мы их не лечили. Но в целом прикольно получилось. Получилось интересно, я считаю. 34 тысячи урона. Реализовал Митечеса. Кстати, по закупу инвиза отыграл на уровне пятерки. То есть неплохо так снял с них расходы по финансам. Спасибо большое, что досмотрел. Не забудь проверить, подписан ли ты на канал. И хорошего дня тебе. Будем надеяться, что сегодня выйдет патч, как это было 2 недели назад. Посмотрим, что изменит, если выйдет, конечно. Стрим маловероятен. Скорее всего, его не будет. Вернусь к вам в понедельник. Кстати, будет крутая коллаба с бустером в том числе. Все, на этом все. Всем пока.